Как вы считаете, сколько тысяч человек в экономическом блоке надо заменить для того, чтобы страна двинулась вперед? Да их там... И есть ли они, эти люди? Да их там всего там 2-3 тысячи. А они есть? Что, кого заменить? Да, на кого? А, значит, дело в том, что ситуация устроена очень просто. Значит, это тема, которая решалась уже много-много раз в истории человечества. Я ее уже описывал в виде доброй, соответственно, сказки про заседание коллегии Министерства финансов. Значит, появляются люди молодые, называются они комиссары в пыльных шлемах с маузерами, которые приходят и говорят, нужно решить такой-то вопрос. Им говорят, вы знаете, этот вопрос решить нельзя, опытные профессионалы. На что эти люди, соответственно, объясняют, к такому-то числу этот вопрос должен быть решен, ну, там, к такой-то дате, к такому-то моменту. Дальше они возвращаются к этому моменту, говорят, нет, мы же вам сказали, это решить невозможно. После чего руководитель организации прямо тут же ставится к стенке, его расстреливают. И дальше его заместителю говорят, у вас осталось 2 часа, решайте вопрос.